Добрый день. Получил посылку из Китая. Будем распаковывать. Китайцы молодцы, подарили адаптер на британскую розетку. Переходник бесплатно. Бонус. Приятно. Так, Meizu X8. 128 памяти общей, оперативы 6. Будем скрывать. Синего цвета я заказывал. Металлический пластик под металл. Но выглядит очень красиво. Там, наверное, плохо будет видно. Так. Он даже работает, ничего себе. Обошелся он мне в 183 фунта. Продавец давал скидку. Плюс, так как первый раз пользовался Алиэкспрессом, какие-то подарочные были купоны. Где-то долларов 20, там еще скидка получилась. Пока он загружается. Так, что у нас здесь? Qualcomm Snapdragon 710. Фронтальная камера 20, задняя 12,5. Ну, за такие деньги что еще можно было взять? Snapdragon хороший здесь. 710, это много. Я хотел вместо него, точнее, даже про него не знал. Хотел Note 7 Meizu. Не Meizu, Xiaomi. Ну да ладно. Вот он включился. Четко работает. Классно. То, что он включился, уже классно. Да. Свет. Все, на свету. Как он играет. Правда, он холодный. Руки теплые. Он появился конденсат. Но так четкий. Четкий.